В начале этого года компания BMW представила обновленный X6M, который отличается гибридным двигателем, более современным дизайном, новым салоном и дополнительными функциями помощи при вождении. Сразу стоит отметить, что после обновления доступна только версия Competition, которая имеет под капотом совершенно новый 4,4-литровый V8 с отдачей 617 лошадиных сил. Новый агрегат дополнен электромотором мощностью 12 лошадей и 200 ньютон-метров крутящего момента, который позволяет быстрее трогаться с места и используется в работе системы старт-стоп. Как и прежде, работает двигатель в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. После обновления кроссоверу нужно всего 3,7 секунды, чтобы разогнаться до первой сотни, а максимальная скорость составляет 250 или 285 км в час с пакетом M-Driver. Отличить новинку проще всего по более тонким фарам с другой графикой DHUO, по другим бамперам, решетке радиатора и переработанному салону, где появился новый изогнутый дисплей, на котором размещены приборная панель и информационно-развлекательная система. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!